видеообзор на шуруповерт Bosch 21 года, потертый, был долго в использовании, состояние аккумулятора, состояние корпуса. Лифта нету. В комплекте идет аккумулятор второй и зарядное устройство. В данный момент заряжается. Работоспособность. Очень туго идет. Его на время гарантии на 5 дней сохраняет. Гарантию я уже не смогу доказать. Все может быть. Это очень туго переходит. Если что-то произойдет, там прям не подключается, там динамик не работает. Все решим. Надо чистить. Нормально грузит. Она же как тоже должна. Она не так покажет. И вперед, и назад. Оцениваем один аккумулятор. Сам аккум 2020 года. Подключаем второй. Это тоже. Нет, этот уже 19-го. Тоже рабочий. И проверка второго аккумулятора на зарядное устройство. Заряжается. Все, в комплекте два аккумулятора, зарядка и тушка.